Я работаю на пресс-варанном заводе в цехе окраски номер 2. Это один из наших участков цеха, участок комплектующих изделий. Здесь происходит завеска деталей, также происходит окрашивание деталей. Это детали оперения в первую очередь, топливные баки и платформы. Мне очень нравится оранжевый и синий. Очень красиво смотрятся вот эти два цвета. Работаю на КАМАЗе примерно полгода. Коллектив очень хороший, все добрые, отзывчивые. Устроившись сюда на работу, понимаю, что КАМАЗ тебе дает возможность обучаться и идти дальше. Дает тебе возможность развиваться, если тебе необходимо получить дополнительное образование. Для меня работа на КАМАЗе в первую очередь это дополнительное знание. Каждый раз узнаешь что-то новое для себя, чему-то учишься. Помимо работы я увлекаюсь киберспортом. Играю в игру Counter-Strike Global Offensive. Бывала на мировых LAN-турнирах. Ездила в несколько стран. Занимали одно первое место в Барселоне. Турнир был в ESC. В реальной жизни я умею работать в команде. То есть я могу также выслушать, послушать, принять любую точку зрения. Поэтому, наверное, мне эта игра и помогла в жизни.